видя, как солнце падало с небес, погружая мир во тьму. Кратос знал, что это не знак богов. Что это было? Обращая свой взор на светящийся горизонт, Кратос продолжил свой путь в сторону загадочного света. Но там затевалось нечто столь невообразимое, что вряд ли Кратос мог представить. Во тьме Морфей, бог сновидений, проснулся в мире, где он и только он обладал властью. Земля медленно наводнялась черным туманом, который охватывал все, чему касается. Действовала даже на Кратоса, так как ему мерещилась странная мелодия.
Приближаясь к храму, Кратосу стало ясно, что предстоящее задание труднее, чем он мог когда-либо вообразить. И снова странная мелодия, преследующая Кратоса, донеслась до его ушей из черного тумана Морфея. Храм, в котором стоял Кратос, был солнечной колесницей Гелиоса. Та самая колесница, которую огненные кони тянут через все небо каждый день, позволяя сиянию Гелиоса освещать все человечество. Кратос! Афина? Что за безумие постигло нас? Кратос, осталось мало времени. Ты нужен Олимпу. Я устал от распоряжений богов, Афина! С меня довольно! Убери кошмары из моей головы! Это не тебе решать, когда закончится твое рабство. Со временем ты заслужишь свою свободу. Но сейчас Олимп требует твоего беспрекословного повиновения. Бог Солнца выкраден с небес. Храм, в котором ты стоишь, колесница Гелиоса. Без хозяина, правящего огненными конями, они направили солнечную колесницу на землю. Кроме Гелиоса нет никого, кто удержал бы Морфея от захвата вечной власти. Многие из богов пали в глубокий сон. Скоро все уступят черной хватке Морфея. Что должен делать я? Ты должен найти Гелиоса и возвратить его в небо, чтобы мир богов и людей не исчез навсегда. Только его свет может разжать хватку Морфея. Афина! Афина!
Ха-ха-ха!